Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня прибудет с рабочим визитом в Кустанайскую область. Ожидается, что глава государства примет участие в форуме казахстанско-российской молодежи, который начал свою работу накануне. Также Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных объектов. Подробнее о повестке дня расскажет моя коллега Зарина Байрисова. Она сейчас находится во Дворце молодежи в Кустанае. Зарин, добрый день. Вам слово. Добрый день, Динара. Для начала хочу отметить, что это первая рабочая командировка президента Касым-Жомарта Токаева в Кустанайскую область. Он будет участвовать в форуме казахстанско-российской молодежи. Причем это не случайно. Еще в период работы заместителем генсека ООН Касым-Жомарт Токаев уделял особое внимание поддержке именно волонтерской деятельности. Это и есть основная тематика форума. Хотелось бы еще отметить, что из России Казахстана сюда приехали больше 1000 молодых людей. Также в Казахстане действует больше 167 добровольческих организаций, в которых участвует порядка 22 тысяч человек. При этом сегодня на площадке форума уже подписан меморандум между медицинской молодежью Казахстана и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». Что подразумевает документ, послушаем в следующем комментарии. Первые, конечно, очень важные шаги – это проговорить сотрудничество с Министерством здравоохранения Казахстана и затем открыть штабы в областях на базе медицинских вузов, потому что они являются донорами медицинских волонтеров. Ну и в последующем можно будет запустить эту деятельность. Главная цель волонтеров – это помощь практическому здравоохранению. Это решение социально значимых вопросов и проблем, которые есть. Например, профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика йод-дефицитных заболеваний. Это те проблемы, которые общие для всех стран нашего мира. Но вернемся к рабочей поездке Касым-Жомарта Токаева. Ожидается, что сегодня глава государства посетит ряд промышленных объектов, в том числе предприятие «Сары-Арка Автопром». Только за 4 месяца текущего года кустанайское предприятие, с конвейера кустанайского предприятия сошли порядка 5000 автомобилей стоимостью в 38 миллиардов тенге. Помимо этого, предприятие реализует еще 4 новых проекта, которые оцениваются в миллиард долларов. А сразу же после Касым-Жомарт Токаева посетит центр Айкумик, который открылся всего неделю назад, но за этот период они успели принять и обработать порядка 1200 обращений и заявлений горожан. Также сегодня глава государства встретится с производителями сельхозтоваров и продуктов компании «Олжа Агро». Ну, на этом у меня пока все. Динара. Спасибо, Зарина. Это была наш корреспондент Зарина Байрисова из Кустанайской области, куда сегодня, как ожидается, прибудет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.